Здесь рыбный рынок. Какие керамические штуки? Внутри тут продают вещи, сумки. Ну, посмотрите, сколько здесь. Look. На любой вкус. Very Indian style. Very looking good. Да, обувь красивая. Сейчас покажем. Shooting, jalo, shooting. Живые цветы, розы, гвоздики. Их закрепляют на машину, на скутера, кран. Таким вот нехитрым способом. Минута. Здесь кольца на руку. Индийские. Вон тут. Они разных цветов. Наверное, вкусов. Я не могу.
магазин с красивыми модными платьями индийскими. Огромная куча красного перца любого сорта и размера. Пришли к знаменитому Раме Кришне, который смешивает духи специально для определенной дамы, каждый индивидуально, которого распиарили в Орел и Решка. Смотрите, какая тут толпа. И сколько много. Локальные автобусы. Междугородние, они там дальше. У них своя стоянка. На многих автобусах написано по-английски. На некоторых только на хинди. Кто и куда. Елена обращается с местными. Куда ты едешь? Куда ты едешь? На рынок. Купи мороженое. Продают бананы. Вон там прям могут его к вам отрезать. Лежак. Вот, а здесь большие бананы. А вон, смотрите, сколько воздушной кукурузы нажарено. Целый огромный большой мешок. Бананов тут целый ряд. Много-много бананов. Маленькие, большие.
Только что пальма. Тут на рынок лучок и картошечку. Да, и зелеными. Много всяких плетеных корзин. Здесь вот скрытое помещение, где продают много овощей. Здесь везде работают вентиляторы. Здесь не жарко. Сейчас немножко пройдем, посмотрим, что там подают. Купить немножко помидор. Помидоры стоят 20 рублей килограмм. Много овощей. Возьмем еще огурцы, 40 рублей килограмм, нам это 200. Огурцы не с гибками, как у нас. Картина там. Ну все, мы посмотрели, что хотели. Купили овощей, футболку. Сейчас поедем домой в Арамболь, в гостиницу. Всем пока!